В Калифорнии продолжаются небывалые лесные пожары. Огонь бушует на территории более 80 тысяч гектаров. В тушении задействовано более 4 тысяч пожарных. Стихийное бедствие уже перекинулось на территорию Йосемитского национального парка, знаменитого своими гигантскими секвойями. Контроль над распространением огня серьезно затрудняется сложным ландшафтом парка, поэтому пожарные решили обратиться за помощью к военной технологии разведывательных дронов, беспилотных устройств, оснащенных видеокамерами. Мы имеем дело с пожаром далеко в глубине леса и с очень масштабным пожаром. Без спецтехники почти невозможно оценить его размер, а также скорость и направление распространения. Дроны могут стать нашими глазами, говорит представитель пожарной службы Сан-Диего. Расходы на тушение пожара в Калифорнии уже подбираются к 50 миллионам долларов. На данный момент под контроль удалось взять не более трети площади горящего леса. Под угрозой уничтожения более 4 тысяч домов.